В Республиканской клинической больнице под эгидой Российской академии наук прошла конференция нейрохирургов. Карачай-Черкесия стала еще одной площадкой Северного Кавказа, на которой нейрохирурги региона обучаются последним достижениям медицинской науки в области лечения военных травм. Подробности далее. Впервые в нашей республике прошла конференция нейрохирургов СКФО, организованная Министерствами здравоохранения России Карачаева-Черкесии. Ранее подобные встречи проводились в других субъектах округа. Эта идея прорабатывалась с нами вместе с академиком Крыловым Владимиром Викторовичем, главным нейрохирургом России, уже примерно в течение полугода. Рашид Байспиевич поддержал идею проведения этой конференции. И вот сегодня собрались нейрохирурги Северного Кавказа. К сожалению, раньше эти конференции прошли во всех регионах, кроме Карачаева-Черкесии. Вот сегодня мы восполняем этот пробел. Хотим поговорить о нейрохирургии, о ее развитии, о том будущем, которое ждет всю нейрохирургию страны, в том числе, чтобы Карачаево-Черкесская республика не отставала. Мы обсудим вот пути развития этой службы в нашем регионе. В рамках конференции были разработаны актуальные вопросы, среди которых проблема оказания помощи пострадавшим от огнестрельного ранения, осколков боеприпасов с черепно-мозговой травмой, сосудистыми заболеваниями головного мозга, с эпилепсией и другими. Принципиально важное значение имеет сам факт встречи, сам факт этого события. Дело в том, что эти встречи помогают, дают достаточно мощный импульс развитию нейрохирургии в нашем регионе. А это имеет большое значение для жителей наших республик. Как отметили на конференции, в регионе за последние годы формируется молодая профессиональная команда нейрохирургов, которая ставит перед собой высокие задачи, активно внедряет и осваивает передовые технологии. Нейрохирургия за эти годы несколько выросла. С того момента, когда занималась только черепно-мозговой травмой и краниопластиками, в настоящее время выполняется довольно широкий объем нейрохирургических пособий, начиная с экстренной нейротравмы, как черепно-мозговой, так и позвоночно-спинальной, и многие плановые вмешательства. Сегодня перед врачами стоит задача вывести нейрохирургическую службу Республики СКФО на качественно новый уровень, чтобы успешно оказывать медицинскую помощь его жителям и военным, принимающим участие в спецоперации. Мурат Джанкюзов, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.